тем временем забивал свиней. Так вот, берет он, значит, свиной глаз и пихает в ведро. Куда? Вкусно себе говорю, засовывай свиной глаз. Вербовщики заходят, и мамаша опять говорит ему: сынок, вот пришли забрать тебя на войну. Так он спускает штаны, поворачивается к ним спиной, нагибается и говорит: я сам вижу. И что, не забрали его? Нет. Страшная какая история. Как откосить от армии называется. На заметку. Так, ладно, пока мы отсюда не ушли, давай-ка мы болтаем. У нас тут Золтан. С Бьянкой можно попробовать еще разочек, кстати. Ты что, мало, что ли? Вот, смотри, видишь, мы же по остальным-то пунктам не прошлись. Мы сразу это вино пить. Как-то завуалировал. Ну, я как по правде сказал, как было. Вино пили. Хенсельд считает, что с лету возьмет Верген. Регулярная армия всегда побеждает ополченцев. Я это знаю. Хенсельд это знает. Непонятно только, о чем думает Саския. Может, она скорее умрет, чем сдастся. Или Хенсельда ждет сюрприз. Все может быть. Хенсельд тоже своих планов не раскрывает. Тогда почему вы не встали в лагере кайдвенцев? Чем ближе к источнику, тем вернее слухи. Хенсельд нам не доверяет, и я могу его понять. Если бы не мгла, мы бы отошли еще дальше к югу. Мы потеряли след. Мы сюда не просто так пришли. Если нет следов, убийцы где-то рядом. Я вижу два варианта. Хенсельд сам их нанял, или он станет следующей целью. Это мы скоро узнаем. Ты думаешь, Хенсельд может стоять за покушениями? Почему нет? Речь же идет о долине Понтера. Тимерия, Кайдвент и Айдирн грызутся за нее десятилетиями. Только теперь ни в Тимерии, ни в Айдирне нет короля. Хенсельд может воспользоваться смертью Фольтеста и Димавенда, это правда. Но подсылать наемных убийц не в его стиле. Пожалуй. Король Кайдвена любит воевать по-настоящему. Достаточно посмотреть, что творится вокруг. Но, может, на это и расчет? Когда из кладовки пропадает сыр, никто не станет винить кота. Ну да. Но нет, я не думаю, что это он, конечно. Как-то прослышали про вербовщиков заранее. И половина мужиков сбежала в лес. А остальные... Пришел шпионить за нами? На кого мне шпионить? На Хенсельда, на Детмальда. Говорят, они тебя наняли. Так случилось, что у нас есть кое-какие общие интересы. Не волнуйся, слежка за Вернаном Роше к ним не относится. В таком случае, что тебя сюда привело? Ага. Диалогов столько. Да. Ну, давай по порядку, а потом вот это уже. Я вот думаю, что ты на самом деле здесь делаешь, Вернан? Для синих полосок всегда найдется какая-нибудь работа. Особенно в таком горячем месте. Я так понимаю, больше ты мне ничего не скажешь. Даже по знакомству. Я держу руку на пульсе. И не забываю, зачем мы сюда прибыли. За убийцей Фольтеста. Вот именно. Он прячется в норах, как крыса. И сдохнет, как крыса. Ты не знаешь, что творится по ту сторону призрачной битвы? Как обычно. Толпа краснолюдов, эльфов и крестьян пытается придумать, как спасти Айдирн. Саския – необычная женщина. Но всего лишь женщина. Кстати, ты что, ее видел? О ней много говорят. Будь она простой девкой, она не собрала бы армию из людей, краснолюдов и эльфов. Ты не убедишь меня, что какая-то баба сможет победить Хенсельда. Не забывай, что Кайдвен сражается за лучшую жизнь, а Айдирн просто за жизнь. Мотивация – штука важная, только одним хотением военное искусство не победишь. Меня беспокоит только Тимерия, и для нее было бы хорошо, чтобы Хенсельд истощил свои силы здесь. А тебе не кажется, что одного Айдирна ему не хватит? Что, одолев Саскию, он двинется на запад? Всякое может быть.
Но надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь. Смотри, как бы Детмальд не разнюхал, что у тебя его шпион. Не бойся, не разнюхает. У Детмальда отличные информаторы. Арнольд, мужичок, которого мы взяли у Лоредо, уже давно веселится на том свете. Ну, понятно, что убил, наверное. Ну да. Он сказал что-нибудь интересное? Твердый попался орешек. Но после нескольких дней водных забав мы вытянули из него, что Хенсельд собирается сеять смуту в приграничных городах. Хенсельд не глупый и не станет вести войну на два фронта. Этот ублюдочный Лоредо должен был подбивать народ на измену. По счастью, ты попортил ему кишки. Не скучаешь по своему приятелю Йорвиту? Если будет на то воля богов, он мне еще попадется. Но мне любопытно, что сейчас делает этот мерзавец? Что слышно о старом добром Флодзаме? Благодаря нам, он по-прежнему старый, добрый, тимерский Флодзам. Если бы я не раскрыл заговор Лоредо, сейчас там уже стоял бы Каэдвенский гарнизон. Наместник Ян Наталис отправил во Флодзам нового коменданта. Будем надеяться, он не окажется очередной шлюхой. Что поделываешь, Вернон? Ничего, о чем стоит говорить. Жду развития событий, как, впрочем, и все. Может, не ждать, а действовать? Мои люди прочесывают территорию в поисках Лето, а тот как сквозь землю провалился, и что мне делать? Расскажи лучше, что у тебя. Я не скучаю. Мне надо снять заклятие призрачной мглы, отвести проклятие Сабрины и выяснить, кто стоит за заговором против Хенсельта. Хенсельта? Никогда бы не подумал, что ты будешь так горячо его поддерживать. У нас случайно совпали интересы. А какой у тебя интерес в охоте на заговорщиков? Мне кажется, что все эти дела друг с другом связаны. И если я не разберусь с заговором, то никогда не сниму проклятие и не вспомню своего прошлого. А мне вот просто интересно, кто за всем этим стоит? Пока я только нашел место, где собираются заговорщики. Если хочешь узнать больше, пойдем со мной. Это совершенно невозможно. Капитан Тимерской армии не может вмешиваться во внутренние дела другой страны. А я думал, именно за это тебе и платят. В этот раз я правда не могу тебе помочь. Воевода на них посмотрел и говорит: «Дерьмо, а не солдаты. Но если на них вражеская кавалерия налетит, так хоть прыть поубавит». Хорошо, где у нас Золтан? И начинается бой. Ужасные потери. А, ну вот он. Приветствую, Геральт, под этой скромной чужой крышей. Здорово. Сердце радуется, когда из моря чужих рож выплывает старая знакомая харя. Похоже, в компании Вернона и его людей тебе было поспокойнее. В лагере Хенсельта солдатня смотрит на меня, как на протухший окорок. Думают, что ты шпион? А хер его знает, что они там себе думают. Но знаешь, что я тебе скажу? Я жалею, что я не шпион. Я вообще чувствую себя здесь, как последний хер моржовый. Совсем рядом мои побратимы уже точат топоры. Только и ждут, пока мгла рассеется, чтобы затупить их акаэдвенские загривки. А я что? Ты крутишься то тут, то там. Может, слышал что-нибудь об убийце королей? Я слыхал, только Хенсельд наложил в портки со страху от того, что его башка может с шеей разлучиться. По-моему, убийца где-то в ущельях. Подходящее место для таких, как он. Я все время думаю, на кой тебе сдался этот убийца, что ты из-за него шею подставляешь? И все вместе? Ну да, как бы. Не что-то конкретное, по-моему, тут... Все подходит. Все подходит. Но я выберу третий вариант. Ой, третий, средний. Думаю, так. Лето многое обо мне знает. Наверное, только он сможет объяснить мне некоторые вещи. Только стоит ли рисковать головой,
чтобы узнать, что в ней было раньше. Стоит. Что ты сделаешь, когда его достанешь? Когда узнаю правду, там видно будет. Может, я пойму, что он прав, а может, отрублю ему голову. А может, он отрубит? Не отрубит. Отдохнул немного после корабля? Не напоминай мне про эти качели. У меня от одной мысли о них комок к горлу подкатывает. Так шел бы пешком. Знал бы, что меня 4 дня будет так швырять, так бы и сделал. А если бы мне сказали, что я 3 раза в день буду жрать соленую рыбу, сам бы себя молотом пришиб. Ты целыми днями сидишь в лагере Роше. Сдружился с ним? Сдружился? Сильно сказано. Но бесит он меня поменьше. Или он изменился, или я привык. Или то и другое. А может и так. Потом в лагере Роше есть и другие плюсы. Его люди меньше передергивают в карты. Ну и сиськи есть, на которые взглянуть приятно. Если дело в этом, то в лагере Хенсельта есть бордель. Сравнил тоже сиськи этих потаскух с богатством Бьянки. И потом те купить можно, а на эти только смотреть да облизываться. Я слышал, ты с Бьянкой хорошо провел время. Она тебе рассказала? Не, а есть что рассказывать? Спроси у нее. Какой он извращенец. Смотреть нравится больше. Почему извращенец сразу? Ну, не извращенец. Как это назвать? Молодец, короче, молодец. Странная эта штука жизнь. Сколько лет били не эльфов, а теперь стоит... Можно, кстати... Наверное, попробовать пообщаться. Смотрит такой на бордель. Может, кстати, я уже думала, сейчас пойдет. Нет. Деньги тратить жалко. Там какая-то Зоя или как-то там. Да, да, да. Как квест называется? Теория заговора, наверное. Или что-то такое. Да, 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 да. Чтоб ее улыбка открыла для тебя врата рая. Ага. Но это как бы получается, наверное, сюжетное. Но с другой стороны, тут столько сюжетных, что плюс-минус. Нам одно... еще этот стражник у ворот говорил. Там кого-то найти. Агнес потерянный, да, вот этот квест. Там в ущелье сходить надо, получается. Ну вот опять же. Ну да. Это политика. Твоё можно пока политикой делать. Не заниматься. Можно в ущелье сбегать. Ну, в принципе, да. Давай хотя бы с Лютиком поболтаем. Давай. Еще. Я вижу, ты, наконец, решил расслабиться. Я никогда тебе этого не говорил, но у тебя очень нездоровый образ жизни. Ты уже говорил это пару раз. Значит, надо было чаще повторять, чтобы подействовало. У них здесь отличные шлюхи. Может, в другой раз. Ты меня беспокоишь. Интересно, что Шиала делает в лагере Хенсельта? Забавно. Она тоже интересуется тем, что ты делаешь рядом с королем. С чего ты взял? Она спрашивала тебе. И что ей было нужно? Понятия не имею. Я сразу понял, что она что-то разнюхивает. И сказал, что она ничего из меня не вытянет. И она перестала вытягивать. Видишь, какой я чуткий? Что-то не верится. Ты уже распушил хвост перед Бьянкой? Ты пытаешься соблазнить Бьянку? Ну, была такая мыслишка. С одной стороны, я еще никогда не трахал солдата, а с другой, бряцание меча в интимной обстановке отобьет охоту даже у самых стойких. А зачем ты спрашиваешь? Так, интересно. Я слышал... У вас с ней был поединок? Так и есть. На арене ты с ней справился. Может быть, стоит сойти с ней и при других обстоятельствах? Стоит. Правда? Ты с ней спал? Угу. И какая она? Рассказывай. Мечом не бряцает. Мужики. Да.
Ты слышал что-нибудь о Лето? Ну, говорят, он скрывается в ущельях, и он не один. Я знаю. Не понимаю, что ты так на него взъелся? Ну, сбежал себе и сбежал. Ты же не король, значит, тебе точно ничего не грозит. Ага, то есть тут тоже три варианта. Как интересно. Ну, давай уж буду гнуть одну линию, в принципе. Лето многое обо мне знает. Наверное, только он сможет объяснить мне некоторые вещи. Есть ощущение, что лучше тебе о них не знать. Посмотрим. Ну вот достанешь ты Лето, и что потом? Когда узнаю правду, там видно будет. Может, я пойму, что он прав, а может, отрублю ему голову. Здесь главное то же самое. О, как. Новое. Да. Нет, подожди, это было, просто я их еще не успел. Угу. Лагерь Хенсельта бурлит от сплетен о событиях трехлетней давности. Ха, кто бы сомневался. Если чародейку сжигают на костре, сплетни потом рождаются, как бастарды у похотливого барона. Я понимаю, что для тебя чародейки — это приложение к ядреным сиськам. Но мне все-таки интересно, что ты думаешь о Сабрине? Они жалуются, что их не ценят, что их преследуют. Но я тебе скажу, Геральт, кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Если бы они не мутили воду, их никто на кострах бы не сжигал. Они причитают, что на Танаде случились страшные вещи, что разрушен мировой порядок. А я вот спрашиваю, кто до этого довел, если не они сами и не их козни? Согласна. Ну да. Вместе с воспоминаниями ко мне возвращаются прежние чувства. Я знаю, что Йеннифер жива, и однажды я найду ее. Трис, Йеннифер, ну и жизнь у тебя. Во-первых, я не уверен, что Йеннифер жива. Во-вторых, я понятия не имею, жива ли Трис. Факт. Вроде у тебя их две, а на деле ни одной. Они и так просто не сдадутся. Они живы. Как только разберусь с убийцей, я найду Трис. А Йеннифер? Не знаю. Сначала я должен с ней встретиться. Так сложно все, да? Так, да. Хенсельт с Шиллердом тебя и спросили. Надо как-то выразить. Ну и что, я вот не знаю, может быть, все-таки найти эту. Как ее? Зою. Зою. Зосю. Зосю? Зосю, да. Где ее искать-то? Зося. Цыпа. Тира. Водятся тролли? Я не. Ясно дело. И вы не возражаете? А чего нет? В других местах тоже нечисть бывает. Где слизги? Где утопцы? А у нас почему тролли? Не всегда подписывают? Местным они не мешают? Не строят мосты. Странно. Вон ту, которая стирает, посмотри. Кто ж туда поедет? Ой, скукотища. Может, надо спросить, где она? О, нет. Сам себя трахай, голодранец. За подгляд я тоже деньги беру. Скотина. О, вот тут, мужик какой-то. Ничего себе, что ругаются? Таинственный так? Торговец. Скотина. А чего они ругаются? Что ты им сделал-то такого? Не знаю. Вот с этой я говорил. А с ней нельзя поговорить. Видал, как я умею, да? Ага. А что ты продаешь? А что это такое вот вниз? Ну да, интересно. Так, у него, наверное, что-то хорошее есть. Отравленная зериканская сабля. Ого, 30-34, неплохо. У нас, по-моему, поменьше. Ну, у тебя доспехи с этого. Арт. Ну да, с этого. 1500 стоит. Сам носи их. Ну и чертежи. Ладно, с этим все понятно. О, можно мусором немножко продать. У тебя мечи какие-то были? А, точно, да, были. О! Короткий меч. С тени с этого я не хотел вроде продавать. Этим оставим пока. Вот это. Вот это я тоже, по-моему, не хотел продавать, да? Ну, по-моему, да.
Да и все. Так сложи сразу в сундук их. Да, давай сейчас сложим. Я родом из-под Борок, что в Темерии, в землях Лавалет. Беглый, значит? А я из Банглиан. Хотя теперь уже не скажешь, где моя родина. Я поражаюсь насчет этого сундука, конечно. Ну да. Запрятали. Хорошо, ну и где ты засуйся? Добрый день. Лёг как на помине. Мне сказали, ты держишь ломбард, и у тебя есть книги. Соловья бы с ними не кормят. А вот о том, что ты разговариваешь поговорками, меня никто не предупреждал. Где хотение, там и умение. Так ты, что ли, поспорил с кем-то? И долго собираешься так говорить? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А если проиграешь спор? Ворон ворону глаз не выклюет. Ну, удачи. Сделал дело, гуляй смело. Тогда держись. Покажешь мне свои товары? Книги и остальное, что есть. Не зная броду, не суйся в воду. Я бы сменил прическу, ну понятно. А что продаешь? В кости сыграть можно с ним. Ага. Книги. О, Брукса. Бунт в Изиме, гаргули, гарпии. Тут, значит, монстры такие будут. Да-да-да. Искусство магии. Как убить утковола. Ничего себе, названия такие. Накер во мгле. Это мы читали. О троллях и троллинге. Глава глазов. Глава глазов. Неплохо. Элементали. Я думаю, прежде чем идти в ущелье, нужно взять какие-то книги. Скорее всего, там кто-то все равно водится из них. Ну да, скорее всего. Так. Нам, получается, надо Брукс, по идее. Потом гаргулий. Гарпий. Наверное, вот этого утковола тоже почитать есть смысл. Ну, возможно. Еще что-то было. Так. Глава глаз. А встретимся мы с ним еще, интересно? Наверное, должны. Вообще, тут еще дофига чего почитать можно интересного. А, ну вот, кстати, рабы проклятия. Книга содержит все возможные знания о драугирах. Вот, пожалуйста. Это по сюжету надо почитать, скорее всего. Так, ну все остальное мы читали. Про топцев читали. Читали же? А мы читали. Наверное, я не помню. Если подумать, Согден никакой не Нильфгард. Так, ну давай, посмотрим. Рабы проклятия. Кратенько. Драуг. Это вождь, а призрачные его солдаты зовутся драугирами. Они вернулись к жизни по воле Драуга, с древних полей сражений или кладбищ. Подобно Драугу, они рождаются из проклятых душ, заключенных в скорлупу из остатков доспехов, оружия или разорванных падальщиками тел. А почему так кратенько? Глава глаза. Все паукообразные охотятся в одиночку. Они терпеливо ждут свою добычу, а завидев ее, способны убить одним молниеносным ударом. То же самое касается и глава глаза. Большого страшилища, которое облюбовало для себя леса возле рек и стало неоспоримым властелином этих мест. Властелином, который терпеть не может на своей территории других охотников, в том числе ведьмаков. Утковола можно сравнить с горой мышц, заключенных в мешок из твердой и эластичной шкуры. Башка у него словно у буйвола, а пасть усеяна острыми зубами, приспособленными разрывать мясо. Утковолы появились после сопряжения сфер. Видимыми приметами хаоса являются рога и недоразвитые лапы, растущие по всему телу, которыми чудовище едва способно шевелить. Чудище, но не важно. Гарпии.
Существует много видов гарпий, и все они клептоманки, но некоторые вместо блестяшек крадут сны. Особенно они любят сновидения, насыщенные сильными эмоциями, такие, как повторяющиеся каждую ночь кошмары. Тот, кого обокрали, теряет сон. В случае кошмара это можно назвать избавлением. А гарпии заключают его в кристалл, предмет, испускающий сильные магические потоки. Сны, украденные гарпиями, желанный предмет для любого чародея. Иногда маги сами выращивают гарпий на скальных грядах и на закате подбирают им добычу. Впрочем, чтобы удовлетворить чародея, нужен исключительно сильный сон или кошмар. Или же сновидение должно принадлежать достаточно могучему существу. Всякий, кто решит избавиться от гнезда гарпий, а гнезда эти твари обычно устраивают на скалах и в иных недоступных человеку местах, должен раздобыть особую блестящую взрывную ловушку. Особую блестящую взрывную ловушку. Надо запомнить. Гарпия охотно вцепляется в блестяшку и тут же тащит себе в гнездо, где ловушка наконец взрывается. Все же, что остается после взрыва, падает вниз, ибо гравитация есть злейший враг всех воздушных тварей. Гаргульи. Теоретики магии до сих пор ведут споры на тему классификации гаргулий. Я разделяю мнение той научной школы, которая считает их особым видом големов. Поскольку гаргульи — это не что иное, как фантастические скульптуры, оживленные магией и запрограммированные на выполнение простых заданий. Они могут выполнять только самые несложные работы, поэтому чаще всего гаргульи охраняют территорию. Они остаются на своих постах, даже если их создатель уже давно рассыпался в прах. Тот, кто хочет навсегда усмирить гаргулю, должен отыскать место, откуда она получает приказы. На этом месте достаточно будет уничтожить чародейские руны, которые контролируют волю гаргульи, и странное создание затихнет. Вот так вот. Угу. Бруксы. Брукса – это высший вампир, то есть существо, появившееся после сопряжения сфер, и в нашем мире пришелец. У нее облик прекрасной женщины, однако когда она голодна или атакует, то кажется ужасной. Как и подобает вампиру, Брукса пьет кровь. Она часто подыскивает себе жертву, которая становится ее любовником и одновременно источником пропитания. Ага. У нее облик прекрасной женщины. Видели мы их облики? Так, погоди-ка. Рабы проклятия, да? Книга содержит все возможные знания о драугирах, а у нас еще есть легендарные проклятия. Книга содержит все возможные знания о драугах. Это нам, наверное, Детмальд дал. Или мы нашли где-то? Так, стоп, то же самое. Почему названия разные? Или не то же самое, подожди. Нет, другое. Ну да, другое. Драуг — это легендарное существо, пришедшее прямиком из древних сказаний о героях и эпических подвигах. Когда герой спускается в ад за своей возлюбленной или собирается отомстить за смерть отца, его противником часто оказывается именно драуг. Почему поэты склонны наделять ролью архимогущественного врага именно это чудовище? Видимо, потому, что драуг — это призрак, а значит, он подходит к любой мрачной истории, повествующей о проклятии или мести с того света. В сущности, неизвестно, как он выглядит, поэтому его страшный вид можно описывать любыми способами, не рискуя быть обвиненным в вымысле. Кроме того, это могущественное существо, повелитель проклятых душ. Словом, такой монстр прекрасно подходит на роль идеального злодея. Ну вот, драуг как раз вызывает драугиров. Да. Ладно, хватит читать. Давай-ка посмотрим, что у нас там получается. По знаниям. Вот смотри. Бруксы там, гаргули. Да. Главоглаз. Да-да-да. Три из трех. Драуги. Три из трех. Три из трех. Ну, книжка, она дает как раз три из трех. То есть, возможно, мы с главоглазами еще встретимся. Получается. Можно продать сразу книги. Ну да.
вариант. Или как? Или мы их храним? Они же не весят там ничего. А смысл нам их хранить? Смотри. Нет смысла. Выбирай. Вообще никакого смысла. Правда, они дешевые такие. За 5, да. А этому? Не знаю. Я думаю, за столько же. Ну да. О, Виопатис, кстати, мы читали, тоже продаю. А, вот эту одну продам. Мы их не читали еще. Так. Дикую охоту читали же? Это вещь для задания. А, мы ее не продадим. Хорошо. А разве там написано читали? Было, как убить утковола? Почему название такое странное? Там просто описание было его, и все. Ну да, ну просто так. Глава глаза. Так, рабы проклятия. Все вроде получается. А глава глаза ты не читал? Кстати, мое письмо Горвена к Йорвиту не читали же? Нет, не читали. Не читали. Глава глаза я читал. Да? Да. Так. Письмо Горвена к Йорвиту. Вопреки тому, что вы утверждаете, Эйнар Гусель не прислуживает оккупантам. Он подчиняется Лоредо ровно настолько, насколько это необходимо, но никогда не присмыкался перед ним. Вместо него вашей целью должен стать Людвиг Мерс. Это какой-то родич коменданта, который был переведен сюда, бог весть откуда, и стал самым важным винтиком в канцелярской машине. Его держит под каблуком эта холера Хладвига. Ее вам тоже надо убрать. У меня с ней особые счеты. Люди из Бендюги неплохие, вы их не трогайте. Советую вам связаться с Анишкой. Люди привыкли, что она все время ходит в лес. Она могла бы передавать сведения так, что никто не обратил бы внимания. Мне кажется, что она колдунья. Во всяком случае, она помогла моим девушкам, когда они попали в оборот. Рано или поздно люди за нее возьмутся, так что вы можете предложить ей охрану в обмен на ее помощь. А вот насчет этой Малены не знаю, что и думать. Угу. Малена. Малена, это которую мы убили. Да. Угу. Которая заманивала. Угу. Это политика. А твое-то в ней какое дело? Так. Вот и дело, что самое непосредственное. Добром прошу. Здравствуй, уходи. Бродяга. Где это Зоси-то? Прошу, прошу, ведь чего желает? Угу. Поговорить. Мне нужно поговорить. Можно и поговорить, но стоить это будет столько же, сколько потрахаться. Ха. Не. Я не стану платить за разговоры. Тут водятся тролли? Известно дело. И вы не возражаете? А чего нет? Других местах больше стало ли, мне кажется? Не да нет. Где слизги? Где утопцы? А у нас вот тролли. Местным они не мешают. Не строят мосты. А здесь что? А, подземелье старой башни. Нужен ключ. Не получится. О. Ого. Опа. Нахера. Бля, утопцы фиг поймешь. О, нахера. Гнилец. А, гнилец даже, фига. Ого. О. Взрывается. И отходи сразу. Здорово. Да офигеть. Круто у вас тут. Ну молодцы. Фу! Эй, проказа.
Офигеть. Прям такие пжу. Ну да. Ой, я труп сжег. Ну блин, фу. Встал тут. Ты не мог там найти где-нибудь дерево нормальное? Ты видишь тут деревья вообще? Ну кустики хотя бы. Ну кустики, да. То есть они что, взрываются, и после них ничего не остается? А, просто, похоже, видно плохо. Трава высокая. Да. А, там странно, дальше мгла уже, смотри. Там мгла, да, считается? Да, да, туман. Странно вообще, мы же не отсюда пришли. Хотя нет, подожди, могу ошибаться, возможно, и отсюда. Так, не понял. Або. Вообще, куда я пошел-то? И зачем я пошел? А если задание выбрать не показывает, да? Обычно показывает, кстати, да. Но как-то не видно. А это что? Трактир тут? Странно. Может, как раз там? Странно, да. Ну да. У меня же выбрано задание нужное. Теория заговора, да. Если тебе дают квадратную монетку, потом велят идти в бордель. Но тебе же не дали монетку. А, понятно. То есть нам сначала нужно найти монетку? Видимо, получается. Так. Сложно как-то. Я родом из подпорок, что в Темерии, в землях Лавалетов. Так, нам еще Зывик давал задание. Где-то потерял двоих. Он сказал по ущелью туда, по дороге куда-то. Да. Так. Которые ушли куда-то из лагеря и пропали. Просто вот так. Не ущелье конкретно. Нет, ну а он говорил, когда... Ну вообще да, что-то такое он, по-моему, говорил. Мы вышли как раз отсюда, и вот, наверное, туда по дороге и уходят они, наверное. Ну больше-то да, некуда. Больше и некуда. Трое. Я думаю, пора пить. Уходи. Точно, точно. Получай. Да нет, по-моему, можно пока не пить. Знаешь, что мы не сделали? Мы дополнительные задания не взяли. На доске. Я тебе говорила уже раза три, наверное, о них. А то я, может быть, трупы жгу как раз по заданию. И гнильцов, скорее всего, тебе надо будет набить. Да, да. Ну, давай, дуй. Давай, сбегаем. Угу. И вот этот что-то ищет еще. Странный тип. Но он не разговаривает с нами. Просто игнорирует. Вчера же я тут видал. Видишь?